поддержу, и не только к людям, а вообще к вопросу консолидации. Да? Вот в то время, которое мы сейчас проживаем, мы сейчас живем в книге истории фактически, да? Консолидироваться должны все, несмотря на личную неприязнь нужно забывать, партийную принадлежность нужно забывать, законодательная это власть или исполнительная, все эти споры нужно прекращать. В конце концов, люди, у которых есть мозг и интеллект, они уже давно в это прогрузились, и они прекрасно понимают. Переходить на личности, все же прекрасно знают, что это такое. Это человек показывает свое бессилие. То есть здесь это не нужно. На какое-то время, пожалуйста, забудьте это, потерпите. Иначе мы это не переживем так, как мы можем пережить. Трамвай, не трамвай, вопрос может быть цены, но не закупки. Не дай бог, мы сейчас еще прервем экономические цепочки внутри страны и перестанем закупать у наших производителей, у которых тоже люди, рабочие места. Мы в одной стране живем. Мы не в Ульяновской области живем только. И мыслить надо глобально, и именно мыслить. И включать интеллект, а не кидаться дерьмом. И иметь это только одной целью. У меня все. Пожалуйста. Видите, вот да, вы разговаривали, я молчал. Следующий. Вы разговаривали, я молчал. И вам надо было вот так же, так-то элементарно принять. И не было бы этого конфликта. И не вам рассказывают. У вас другая реальность, понимаете, Александр Викторович? Вот. У вас десятки миллионов, а кто-то 5,5 тысяч получает. Вот поэтому вы никогда не найдете общий язык ни с кем. Матвей Константинович, проблема на самом деле в том...